А тут два уже пришло. А я их не вижу. И Вольт. Вот. А, Вольт. Вот. Мамочки родные. Вот он, вот он. Кабанистый, блядь. Мамочки. Как же они страшно хрюкают. Вот иди отсюда. Иди отсюда. А куда он идет? Ой, мамочки, с ума сойти! Грибы! А грибы? Грибы вот. Я повесила на ветку. Мама! А, вот она стая опять пришла. А, они за Вольтом пришли-то. Они а вон его... маленький рыженький. О, вся стадо сюда пришло. Мама, они сейчас сожрут нас тут. Да нас-то не сожрут. Они прыгать не умеют. Фу, пошли отсюда! Мама. Снимай, снимай. Снимаю. Ален, посмотрел кабанов? Все тихо говорит. Мамочки. Кабани его не задрали. С ума сойти. Ля, они еще играют. Друг с другом. Женьке позвонить, он их разгонит. Не надо, не надо. Сиди, сейчас уйдут. Сейчас они уйдут, и мы уходим. Ага, если Вольт сделал, он отсюда не уйдет от нас. Нет, а... Да уйдут. Да уйдут они сейчас, уйдут. Что думаешь, они... Все, поросенок. Между собой. А. Успокойтесь, все нормально, сейчас уйдут. Сейчас они уйдут туда и уходим через речку. Ага, я тут теперь не слезу. Опять идет, глянь. А это мы разговариваем, они нас увидали. Нас снялись? Ага, дед привел вас. А вот вон где? Вот он, сейчас я говорю, сюда придет. Вон он этот кабан-то здоровый, вон он, да, секач. Вот он, смотри, с рылом с каким. А, ну Вольт к нам нахуй. Да, да. Он вон за ним. Давай правда Женьке позвоню, а? Да не надо, он не дал. Я потому что отсюда не спущусь, Тимоша, понимаешь? Да сейчас подожди. Да успокойся ты, сиди. Стой, держи. Вот она вернулась, сейчас они уйдут. Ну хватит плакать. Ну вы что, правда, сидите на дереве, успокойтесь.